отец, Ефим Григорьевич Гурович, был директором организации, которая называлась в разное время АСТАК, Азеринформ. В общем, это ТАСС Азербайджан. И он был этим директором, этой организации, этого учреждения с 1943 по 1986 год. Такая фантастическая карьера, 43 года на одной должности, на одном месте. Другое дело, что значимость, что ли, этой должности, этого поста, наверное, выросли с 43 по 86 год. Он работал со всеми начальниками, соответственно, азербайджанскими, со всеми руководителями республики в этот период. Он всем почему-то был каким-то образом нужен. И я заметил, хотя меня не очень это интересовало в раннем детстве, но все-таки я заметил, что с 69 года, когда республику возглавил Гейдар Алиев, отец стал гораздо счастливее. Впервые ему было интересно с начальником, с которым он работает, и впервые он не считал его в глубине души глупее или хуже себя. И наоборот даже. Он признавал за ним лидерство и первенство, и некую такую энергетическую и, как бы сказать, властную мощь. Вот. И он очень гордился тем, что он ему нужен. Весь период 69-го года, вот по то время, пока Алиева не привели в Москву, отец жил на каком-то подъеме. И вот в этой приверженности своему руководителю, своему начальнику, был, конечно, оттенок идеологический. Это очень интересная такая сторона жизни. Он считал, что вот, наконец-то, те идеалы, которым он служил всю жизнь, отец, я имею в виду, и которые он искренне, судя по всему, разделял и исповедовал, вот человек, который им соответствует. Отсюда, с Малого Талыша, берет начало этот сложный современный гидрокомплекс. Через горы, знойные степи, героические строители протянули к столице советского Азербайджана многокилометровую голубую трассу. Это добрый подарок строителей славному юбилею республики. В канун торжеств воды древней Куры пришли в Баку. Каждая советская республика, Москва, Ленинград, прислали своих делегатов к нам на торжества. И мы встречали их как братьев. Среди дорогих гостей член Политбюро ЦК КПСС, первый секретарь ЦК Компартии Украины, товарищ Шелест. Кандидаты в члены Политбюро, первый секретарь ЦК Компартии Грузии, товарищ Мжаванадзе. Первый секретарь ЦК Компартии Узбекистана, товарищ Рашидов. Первый секретарь ЦК Компартии Казахстана, товарищ Кунаев. Где найти слова, чтобы передать нашу радость, волнение, гордость? Пусть говорят кинодокументы. Читайте их сердцем. Смотрите. Смотрите сами. Но вот люди, так сказать, моего возраста, моего круга, жившие в Москве, конечно, мы сталкивались и здесь с многочисленными фактами коррупции. Увы, это болезнь старая русская, с которой не революция, никто ничего не мог поделать, и до сих пор мы ее видим, еще неизвестно, когда ее было больше.
Но вот наступил момент, это был где-то, наверное, начало 60-х, конец 50-х годов, когда все больше говорили в Москве о том, что не весь что творится в некоторых республиках. Но называли, в частности, Азербайджан, называли Грузию, называли Среднеазиатские республики. И вот поэтому, ну, все мы были связаны, все были в одном союзе и понимали, что если начнется где-то настоящая борьба с этим явлением, то, видимо, она не будет локальной. И поэтому вот первым был, кто начал порядок наводить себя в республике, это был Алиев. И он стал в известной мере таким нарицательным, фигурой нарицательной. Вот человек, который, наконец, поднял руку на вот это зло. А у меня получилась такая вещь. Я как раз был в Грузии, в Тбилиси. Это такие дартмутские конференции были, советско-американские. И я был на совещании, потом мне говорят, что вы знаете, вас Алиев по этой линии дальней связи, по ВЧ, спрашивал и просил позвонить, когда вы освободитесь. Я позвонил, и Алиев мне сказал, что вот есть такие планы выдвинуть меня от Азербайджана, от Шамахинского округа, депутата Верховного Совета. Но я говорю, благодарю за честь, за доверие, все это. Но он говорит, я надеюсь с вами и познакомиться, и вы приедете. Но я говорю, уж если вы выдвинете, конечно, приеду, куда мне деваться. И вот я узнал в Москве, что это действительно так. И поехал туда, и вот тогда состоялось первое мое знакомство с Алиевым. Надо сказать, что он произвел очень хорошее впечатление. И не какими-то внешними там чертами. Вот разговор сам был очень серьезный. И очень серьезная эта тема была. Вот необходимость борьбы с коррупцией. И все это. И о том, что Азербайджан, который природой наделен большими богатствами. И в общем пребывает в довольно таком паршивом состоянии, что надо что-то делать. Он, значит, снял несколько первых секретарей райкомов партии. Особенно вот у меня в памяти осталась работа секретарей Кюрдамирского райкома партии, который злоупотреблял служебным положением, и в результате чего на заседании бюро мы вынуждены были поставить вопрос, и Гейдар Алиевич поддержал нас. Вот, снять его с должности и предать суду. Гейдар Алиевичу можно много рассказывать, особенно о его деятельности, о его выступлениях, необычайно экспансивных таких, душевных, взволнованных. Речи его слушали люди, затаив дыхание не только в зале, но и за дверьми. И по телевидению, и по радио, и
зачитывались газетами, и каждый раз что-то было новое в этих речах, направленное на улучшение жизни республики. Слово для выступления предоставляется товарищу Алиеву, первому секретарю ЦК Компартии Азербайджана. Товарищи, трудящиеся Азербайджана, притворяя в жизнь решение 25-го съезда КПСС, добились хороших результатов. Пятилетний план по темпам роста национального дохода выполнен за 4 года. За 5 лет он возрос на 44% против намечавшихся 32%. План по производству промышленной и сельскохозяйственной продукции выполнен за 4 года и 2,5 месяца. Промышленное производство возросло на 47% вместо намечавшихся 39%. Среднегодовой объем валовой продукции сельского хозяйства по сравнению с 9-й пятилеткой увеличился также на 47% против 21% по плану. Мен Хусейнов, Мемед Социал Семья Гахраманы. Тичинди Чисиян. Республикамызда чок рехбер görmüşем. Ама Хейдар Алиев кими тичиндия фикир верен, талепкар рехбер görmemişem. Gələndən sonra 70-ci ildə mənim yaxşı yadımdadır Bakı konfransında irəli sürmüşdü ki, mütləq Azərbaycanda mənzil tikintisinin sayını milyona çatdırmaq lazımdır ildə. Və ona da biz nail olmağa çalışırdıq. Heydər Əliyevin vaxtında biz ildə 740 min kvadrat metr mənzillər tikirdik. Heydər Əliyevin birinci və mən deyərdim ki, birinci addımı o oldu ki, Bakı şəhəri gözəl şəhərdir, amma yaşıl şəhər olmalıdır. İndi qonaqlar deyirlər, Bakı gözəl və yaşıl şəhərdir. Gözəlliyi də, yaşıllığı da ancaq Heydər Əliyevlə bağlıdır. Bakıda biz əgər ətrafa baxsaq, bütün böyük, hündür binalar Heydər Əliyevin vaxtında tikilmişdir. Yəni, Bakının tamamilə, deməli, sifəti dəyişməyə başladı, Bakı avropalaşmağa başladı, tikinti və quruculuq işləri baş götürüb gedirdi.
область были построены завод кондиционеров, завод глубоководных оснований, завод шампанских вин, завод нефтяного оборудования и целый ряд других объектов. Dənizin daha dərinliklərində neft əldə edilməsi əsaslı möhkəm özüllər tələb edir. Bu məqsədlə Bakı-Qaradağ yolunun sol sahilində nəhəng dəniz özülləri zavodu tikilməyə başlamışdır. 200 hektarlı sahəni əhatə edən zavodun inşası 11-ci beşilliyin əsas tikinti obyektlərindən biri hesab olunur. Всё время у него было сознание, что республика должна быть лучше, чем она есть, по сравнению с другими республиками. И он делал все. Как-то я помню, приехал к председателю Госплана СССР, товарищ Байбаков, вот, а он уроженец города Баку. Вот. Гидар Ильич так работу построил, что Байбакову пришлось принимать меры и какой-то завод давать. Гейдар Алиевич внес огромный вклад в развитие моей родины. Это был 69-й год, и он до 82-го года занимался вплотную всеми проблемами развития народного хозяйства. Дело не только в нефтяной промышленности. А дело заключалось в том, что Гейдар Алиевич занялся очень оригинальными вопросами, которые приносили большую пользу развитию экономики. Как-то, находясь очередной раз в Баку, в должности председателя Госплана СССР, он мне задал вопрос: Николай Константинович, что если мы организуем производство кондиционеров? Я говорю, а что это нам даст? Он говорит, я хочу это в широких масштабах. И тогда я взял на себя ответственность за подготовку этого документа, и вместе с Гейдаром Алиевичем мы договорились с правительством Советского Союза закупить оборудование для производства кондиционеров в Японии. Ну и вот были споры. А потом, когда был построен завод, причем очень короткие сроки, и завод стал производить до 400 тысяч в год, эти кондиционеры оказали большую помощь в обеспечении социальных проблем, в то же время послужили большими доходами от продажи этих кондиционеров на Востоке. Аз вақта бөйік шөһрәт қазанмыш нүмунәби әмәк мәсәсі Бакі мәйшәт кондиционерлері заводы. Ümumitfaq sosializm yarışının nəticələrinə görə əldə edilmiş keçici qırmızı bayrağı kollektivə Sovikapi MK siyasi bürosu üzvlüyünə namizəd Azərbaycan Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin birinci katibi Heydər Əliyev yoldaş təqdim etdi. Heydər Əliyev neft sənayesinin vəziyyətini bir professionallıqla öyrənərək, neft sənayesinin tamamilə yenidən qurulması üçün böyük bir plan hazırlamış və keçmiş SSR dövlətində bunu təsdiq etdirmişdir. Sovikapi MK siyasi bürosu üzvlüyünə namizəd
Azərbaycan Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin birinci katibi Heydər Əliyev yoldaş, Respublika sənayesinin çox mühüm sahələrindən birinin, neftarıma sahəsinin yeni texnika ilə təchiz olunması işlərinin gedişi ilə tanış oldu. O, ELO AVT qurğusunun tikintisi meydançasında olarkən, bu obyektin əhəmiyyəti onun tezliklə işə salınmasının vacib olduğunu xüsusilə qeyd etdi. Birinci dəfə olaraq Azərbaycanda 76-cı ildə misli görünməmiş 6 milyon ton neft emalı gücünə malik olan ELO AVT 6 qurğusu tikilib istifadəyə verilmişdir. Bugün bu zavodda Azərneft Yanacaq İstehsalat Birliyində neftin emalında istifadə edilən qurğular ancaq həmin qurğulardır. O qurğular Heydər Əliyevin uzaq görənliyi sayəsində o illər tikilməsiydi. Bugün acınacaqlı vəziyyət göz qabağında idi. ...1975-80'inci illərdə mən keçmiş Oktyabr rayonu, indiki Yasamal rayonunun birinci katibi işləmişəm. Və o devirlər çox mənim yadımdadır. 1970-71'inci illərdə Bakı şəhərində yeni Nəsimi rayonu yarandı. Və Nəsimi rayonu yarananda Nəsimi rayonuna Oktyabr rayonunun ən böyük bir hissəsi keçdi. Və bu hissələ birlikdə çox fabrik, zavod və müəssisələr keçdi Nəsimi rayonuna. Deməli, Oktyabr rayonu 240 minlik əhalisi bu böyük müəssisələrsiz qaldı və bu özü çox böyük bir çətinliklər törətdi bu rayon üçün. Bu çətinlikləri aradan qaldırmaq üçün Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə Oktyabr rayonu, indiki Yasamal rayonu, rayonun ərazisində böyük tikinti işləri başlandı. Və bunun nəticəsi oldu ki, qısa müddətdə böyük bir nəhəng azon zavodu tikildi, zərgərlik zavodu tikildi, tikiş fabriki quruldu, böyük və kiçik müəssisələr yarandı və bu da rayonun əhalisini işlə təmin etdi. Bundan bərabər nəqliyyat problemi də həll oldu. Без малого 40 лет я работаю в строительстве метрополитена. Весь период сооружения этих прекрасных подземных дворцов перед моими глазами. Особо хотелось бы отметить 70-е годы. Бурное, активное строительство метрополитена началось именно в это время под руководством уважаемого Гейдара Алиевича. Создалась мощная база. В 1972 году были построены и сданы в эксплуатации еще три станции. Это Азизбекова, Каракараева и Нефчеляр. В короткие сроки были сданы остальные станции. И, как известно, их сегодня 19. Bakılılar yeni il ərəfəsində təzə bir hədiyyə aldılar. Metro inşaatçıları Bakı metrosunun birinci dövrəsinin sonuncu Nizami stansiyasının tikintisini müvəffəqiyyətlə başa çatdırdılar. Mitingdə çıxış eləyən Sovet İttifaqı Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsi Siyasi Bürosunun üzvlüyünə namizəd, Azərbaycan Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin birinci katibi Heydər Əliyev yoldaş, metro inşaatçılarını səmimi təbrik etdi. Partiya və dövlət rəhbərləri, miting iştirakçıları eskalatorla Nizami stansiyasına indilər. Ustad şairin adını daşıyan bu stansiya öz bədii həlli, gözəlliyi cəhətdən diqqəti cəlb edir. Stansiyanın interiyerində Nizami əsərləri mövzusunda bəzək işləri görülür. Это красивая станция, которая носит имя великого Низами, далась нам нелегко. Бакинцы не все знают, какие трудности испытали строители в строительстве этого участка метрополитена. Тоннели, соединяющие станции 28 апреля Низами, строились под сжатым воздухом в кессоне. Bütün bu çətinliklər haqqında Heydər Əliyevə məruzə etmişdilər və onun yaxşı xəbəri vardı, hansı bir çətinliklər var. Amma ona baxmayaraq, onun tələbkarlığı, onun işgüzarlığı elə bir şərait yaratdı ki,
Nizami metrosu 1976 yılın dekabr ayında istifadeye verildi. Bakı'nın yeraltı yollarında bir ünvan da arttı. Yeni Nizami stansiyası. Я возглавлял в те годы Советский комитет стран Азии и Африки. И мы, благодаря внимательному отношению со стороны Гейдара Ильича к нашим просьбам, имели возможность провести несколько крупных международных форумов. Азербайджан того периода был на подъеме, он был очень современен. Создавалась новая промышленность, причем уникальные совершенно сферы такой технической науки, нефтехимической науки. И Академия наук очень авторитетная была. Все это, конечно, не то, что интересовало тех, кто должен был приехать в столицу Азербайджана, но они в этом видели как бы очень доступный для них, не закрытый, очаг, так сказать, заимствования каких-то новых представлений об образовании, об использовании природных богатств, что очень важно было для молодых государств. У Гейдара Ильича была способность найти вот самый правильный вариант поведения с гостем. То есть, конечно, это надо обладать, я бы сказал, каким-то тактом, в котором нуждается каждый политик, но далеко не каждый может владеть этим искусством. Но в народе это называется дипломатическое искусство, а я это, являюсь дипломатом, хочу назвать присутствием внутренней культуры. А внутренняя культура, она формируется не по учебникам, это идет, как говорится, с родного очага, с дома, с семьи, и, наверное, здесь все было более чем благополучно у именинника наших сегодняшних рассуждений. Bakıda yığıncaq idi. O yığıncaqda mən çıxış eləməliydim. Mənə tapşırıq verilmişdi. Tapşırıq üzərə çıxış edirdim. Əlimdə 3 varaq kağız. 2 varağı oxuyandan sonra zalda nəsə canlanma əmələ gəldi. İclası aparan sədr ayağa qalxdı, mənim vaxtımı bitməsini işarə verdi. Heydər Əliyeviç bunu görən zaman iclasın sədrinə göstəriş verdi ki, əyləşin, əyləşdi.
Mənə sual verdi ki, Məmməd Hüseynov, zalda canlanma gedir, səs var. Nədir bu? Dedim, mənə gülürlər. Niyə? Dedim, ona görə ki, bunu mənə tapşırılan iki baraq oxumuşam, bir baraq oxuyacağım. O dedi, sənin başındakı, ürəyindəki oradadır. Dedim, xeyr. Dedi, onda başındakı, ürəyindəkini deyinəm. Формализм, к сожалению, является очень живучим недостатком в жизни партийных органов, хозяйственных органов, советских органов и в жизни нашего общества. Как теперь жить этот формализм? Это каждый должен у себя, каждый на своем участке, каждый в своей деятельности. Но все же больше формализмом страдает наша организация. Понимаете, у нас, к сожалению, формализм от организаций, от руководителей, ну, самого даже небольшого ранга до большого, переходит к отдельным личностям. Поэтому, значит, формализмом мы должны бороться и бороться беспощадно. Бюрократизмом мы должны бороться, бороться беспощадно во всех звеньях, сверху донизу и снизу доверху. Мы в Центральном комитете Компартии Азербайджана тоже, я хочу вам сказать, в порядке самокритики, не избавлены от формализма. И в нашей работе это есть. И бюрократизм и в нашей работе есть. И в работе Совета министров, министерств, объединений есть. В порядке самокритики это вам говорю. И мы об этом на 30-м съезде Компартии Азербайджана очень обстоятельно говорили. Давайте будем вместе бороться. И вы, и мы. 70-ci illərdə ilk dəfə çalışdım o vaxt ki, Lenin adına API, indi Tusi adına Pedagoji Universitetdə fəlsəfə, elm və həyat klubunda məhz Türk fəlsəfə fikrini öyrənən gəncləri bir ətrafa toplamışdım və onların diqqətini milli fəlsəfə fikrin formalaşmasına, milli təfəkkürün formalaşmasına cəlb eləməyə çalışırdım və mən tək deyildim. O zaman Azərbaycanda, Bakı Dövlət Universitetində də, Fəlsəfə İnstitutunda da bu istiqamətdə çalışan adamlar var idi və bu Moskvanın diqqətini təbii ki, cəlb eləmişdi. Bu vaxt dəfələrlə biz Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinə çağırılmışdıq və partiya komitələrinə, o cümlədən Səvvay rayon partiya komitəsinə çağırılmışdıq və izahat verməli olmuşduq. Sual bundan ibarət idi ki, nəyə görə siz marksizm fəlsəfəsi üzrə yox, partiyanın qurultayının materiallarını öyrənmək sahəsində yox, məhz şərq fəlsəfəsi üzrə və ya türk fəlsəfə fikri üzrə klub yaradırsınız və ya tələbə elmi dərnəkləri yaradırsınız. Və iş yerə çatmışdı ki, Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsində o general səviyyəsində mən qəbul olunandan sonra mənim APD fəlsəfə kafedrasında qalıb qalmamağım məsələsi həll olunurdu və o məqamda mən yuxarıdan, o vaxt yuxarı deyəndə mərkəzi komitə nəzərdə tutulurdu, bir gizli bir müdafiə hiss elədim. Çünki mən hər an cəzalandırılmaq gözlədiyim halda mən əksinə irəli çəkilirdim. Paradoksal hal idi, təbii ki. Sonralar mən başa düşdüm ki, bizim partiya, bizim o vaxt Respublikaya rəhbərliyi eləyən adamlar arasında mütərəqqi fikirli adamlar var idi və onların da başında məhz dövlətin başçısı dururdu, Azərbaycan Respublikasının başçısı dururmuş. Şən Bakı şöhrətin var el dilində. Sən ana Xəzərimin sahilində. Şən Bakı şöhrətin var el dilində. Səhərlərin aydın təmiz bir döyünür ürəyimiz. Sən şəhərlər gözəlisən Bakı, ey cavan Bakı, mehriban Bakı. Müzik
məni Böyük əzəmətli şəhər Günəşli, qüdrətli şəhər Sən şəhərlər gözəlisən Bakı Ey cavan Bakı Mehriban Bakı Mehriban Bakı, Mehriban Bakı. Одна важная выставка, ни одно важное мероприятие, и не важное даже, частное мероприятие, связанное с культурой, не обходилось без его присутствия, без его глубокого интереса и, естественно, помощи, если таковая была необходима. Мы были рады тому, что часто приходилось общаться с нашим первым секретарем, еще и потому, что он не пропускал случая посетить выставку, встретить наших гостей, знаменитых художников из Москвы или из Ленинграда, или из Киева. Он очень любил такие общения, и потому, причем он это любил настолько естественно у него это получалось, что ни у кого не вызывало никаких, напряжений каких-то. Все это было очень естественно, натурально. Я как один из секретарей Союза художников Республики, мне приходилось часто принимать участие в этих мероприятиях. И если меня предупреждали, что надо перед Гайдаром Ильичем выступать один раз, нельзя говорить несколько раз, нельзя повторяться, поэтому подготовьтесь, скажите один раз. Но всякий раз этот разговор переходил в беседу. Каким-то образом он умел провоцировать человека на откровение, на какие-то новые мысли, которые у тебя рождались, ты не боялся высказывать, а наоборот, ты чувствовал, что есть потребность в этом. И это всегда доставляло удовольствие. О дәвре өчен Совет вагында Азербайджан мәдәниятене тәсдик эләмәк өчен çox vacib idi ki Heydər Əliyevin vaxtında bizim 8 nəfər sənət və ədəbiyyat xadimi sosialist əməyə qəhrəman aldılar. Məsələn, Ukrayna kimi böyük bir respublikada bu qədər sosialist əməyə qəhrəmanı yoxdur. Bizdə ədəbiyyatda demək Süleyman Rüstəm, Süleyman Rəhimov, Mirzə İbrahimov, Rəsul Rıza, Qara Qarayev musiqidə, demək Fikrət Əmirov, Niyazi Rəşid Beybutov. 8 nəfər Heydər Əliyevin demək vaxtında və onun təbii ki, səyi ilə, onun politbürodakı, siyasi bürodakı nüfuzu ilə 8 nəfər sosialist deməyə qəhrəmanı aldı. Mənim yanıma gəlir Qarayevin vəfat günü. Onu filarmoniyadan götürürdülər. Və bizim fəxri qəbristanlığı ilə filarmoniyanın arası çox böyükdür.
özü də dağa qalxmaq lazımdır, hündürlükdədir. Filarmoniyadan qəbir sandığa qədər Heydər Əliyev mənim müəllimimi çiynində aparıb. Belə epizod ola bilər ki, dünyada yeganədir. Знакомство после моего назначения на должность произошло в Центральном комитете партии, Коммунистической партии Азербайджана. В то время генерал Ильич был первым секретарем ЦК Компартии Азербайджана. Очень внимательный человек, я должен сказать, генерал Ильич. Выслушал меня подробнейшим образом расспросил о том, где я служил, на каких должностях. Собственно, работа военного периода и послевоенного периода. А потом в заключение предъявил, прямо хочу сказать, основные требования, которые, значит, он предъявляет к руководителям, военным руководителям, которые проходят службу на территории Азербайджана. Собственно говоря, территория Бакинского округа, она была обширной. Его интересовало все. Что касается нас военных, он меня спрашивал о таких вещах, о которых я как-то иногда и сам не задумывался. Он бывал на многих мероприятиях командирской подготовки, на учениях, на сборах, выступал перед руководящим составом, ставил задачи, интересовался, как воспринимается его деятельность в войсках. Наверное, в жизни мне повезло, что играл я в тот период, когда республикой руководил Гейдар Алиевич. Что могу сказать, что неоднократно мы были у него на приеме. В течение месяца, допустим, он раза два обязательно приезжал к нам на базу, устраивал беседы, настраивал нас только на победы. Обычно команде было тяжело в некоторых вопросах. Но, как всегда, после беседы он стал спрашивать, какие проблемы. Он был настолько близок к нам, что даже интересовался, как мы живем, как наша семья, как наши дети. Буквально всем интересовался. Ну, вопрос обычно упирался в жилье. И тогда Гейдар Алиевич подошел к окну и увидел напротив строящийся дом. Как раз был в это время и мэр города, он спросил у мэра, чей это дом. Мэр ответил, что это ведомственный дом, уже все квартиры распределены. Тогда Гейдар Алиевич сказал, что в этом доме нужно выделить 4 квартиры для ребят. И буквально на следующий день все квартиры были выделены ребятам. Огромная забота его была к футболу, любовь. Каждый из ребят, наверное, выходил, когда на поле, и видел на трибуне его,
думал о том, что защищает честь республики, в том числе честь Гайдара Алиевича, потому что столько он сделал футболу и спорту, что подвести его мы просто не могли. Впервые я встретилась с Гайдаром Алиевичем так близко, это когда мы приехали с Олимпийских игр. И вот я хорошо запомнила эту встречу, она мне запомнилась практически навсегда. Он тогда подарил нам именные часы с его именем. Я их до сих пор храню, эти часы, как реликвию. Dəfə onunla görüşəndə balaca olmağıma baxmayaraq mən onun hər hərəkətinə hətta mimikasına fikir verirdim və onun o mülayim baxışları, gülümsəməsi o vaxt mənə elə təsir etmişdi ki, yaşımın az olmasına baxmayaraq, yəni mənim onda 8 yaşım ancaq olardı. Bu mənim qəlbimdə xalq vətən rəhbər qarşısında məsuliyyət hissi oyatdı və bu hissiyatlar da mənim gələcək fəaliyyətimə çox böyük təsir göstərdi. Belə ki, bir-birinin ardınca qələbələr qazandım və az da olsa Azərbaycanı öz sahəmdə dünya arenasında tanıtdım. Bir epizod sizə danışmaq istəyirəm. Bir gün xaricə getmək üçün siyahı hazırlanıb, məni də o siyahıya salıblar. Mən isə masalda görüşdə idim. O görüşdən məni çağırdıb gətdilər Heydər Əliyevin yanına. Heydər Əliyev mənə dedi ki, siz haradasınız? Axı, sizi axtarırlar. Mən dedim ki, mənə bir yüksək ad veribsiniz əməyimə. Ona görə masalda görüşdə idim. Dedi, getməməliydiniz. Siz axı ictimai iş aparırsınız. Sizi burada axtara bilərlər. Mən dedim, getməliydim. Dedi, bir gün gələr, öz səhvinizi başa düşərsiniz. İndi 19 il keçəndən sonra mən öz səhvimi boynuma alıram. İctimai iş apardığıma görə Heydər Əliyev, mən getməliydim. Mən Heydər Əliyev sözsüz ki, uzun müddət tanıyıram və çox yaxından onunla işləyən adam olmuşam. Məsələn, heç kim bilmir ki, Heydər Əliyev anekdot danışmağı sevir. Anekdotu danışıb, məsələn, özü də buna böyük ləzzətlə gülərdi. Heydər Əliyevin danışdığı bir anekdotu istəyirsiniz, mən sizə danışım. Bir dəfə deyir, soruşurlar bir ermənidən ki, sən de görüm, bu Karl Marx kim idi axı? O da cavab verir, əşidir, iqtisadçı idi. Deyir, necə, bizim Aykanuş kimi, deyir, əşinə danışırsan, Aykanuş baş iqtisadçıdır. Sovet vaxtında Azərbaycan rayonlarına qatarla gedirdik. Heydər Əliyevin görüşləri vardı bu rayonlarda. Bizi də bir neçə demək yazdı ki, sənət adamlarını da dəvət eləmişdi. Peronda gəldi, bizlə görüşdü. Bu vaxt bizim məşhur aktor Nadir Şaşıqoğlu da gəldi. Gəldi və Heydər Əliyev zarafatla bana dedi ki, sən burada nə gedirsən? Bu da eyni zarafatla cavab verdi ki, sizi müşahidə eləyəcəm, bəlkə gələcəkdə sizin rolunuzu oynamalı oldu. Heydər Əliyev güldü və dərhal bir an düşünmədən dedi ki, məni oynamaq lazım deyil, mən özümü çox gözəl oynayıram. И у меня была такая неприятность большая. Моя жена летела туда, предложила Алиев, собственно говоря, почему вы не проведете какую-то хотя бы часть отпуска на Гёгёле, на озере. Берите же. Ну, я был в Азербайджане уже, у избирателей. Я говорю, ну, вы знаете, меня она не послушает. А я, говорит, ей сам позвоню, приглашу. Вот он ее пригласил. Я ее ждал на аэродроме, встречал, что в 12 самолет должен был прийти. Не идет, не идет, не идет. Смотрите, я чувствую, что что-то не в порядке. И, как всегда, у нас на аэродроме все молчат. Потом, наконец, я узнал. Ну, объявление было очень короткое и невразумительное, так как у нас делалось тогда, и я боюсь, что делается сегодня. По техническим причинам самолет совершил вынужденную посадку в Махачкале.
Знаете, техническая причина оказалась в чем? Загорелся самолет в воздухе. Причем возгорание произошло в кабине пилотов. Я Жапар Усман, сын казахского народа, то есть Казахстана. 54 года проживаю в Азербайджане. Из них 14 лет я являлся начальником охраны Гейдар Алиевича. До сегодняшнего дня не могу сравнить и поставить с Гейдар Алиевичем ни одного руководителя. Ни в Азербайджане, ни в других государствах. Это человек единственный, это особый человек. Понимаете, это особый человек, особое лицо, особая личность. В вопросах охраны, в вопросах обеспечения охраны, всегда он понимал, всегда нас слушался, и мы всегда слушались его. Мы ровесники, понимаешь, на одногодке. Самым счастливым я вот сколько лет прожил на свете. 14 лет я считаю самым лучшим периодом всей жизни, которым я посвящал для охраны Гейдар Алиевича. Вот. Этот человек для меня очень много значит. Я бы его сегодня назвала лидером. Лидером не только своего государства, но лидером очень масштабным. Он прекраснейший человек. То есть вот я добрее и, наверное, по-мужски прекрасного и доброго и красивого человека в своей жизни, к сожалению, не встречала. Я не могу сказать, вы сейчас будете говорить, что вот Зыкина, наверное, влюбленная в него. Да, как женщина влюбленная в прекрасного деятеля и руководителя. Свои потребности в жидком топливе Финляндия на две трети удовлетворяет за счет поставок советской нефти. Во время своего визита в Советский Союз президент Финляндии побывал в краю нефтяников, Азербайджане. В столице республики Баку кандидат члены Политбюро ЦК КПСС, первый секретарь ЦК Компартии Азербайджана Алиев рассказал о делах и заботах республики, о перспективах промышленности и сельского хозяйства, науки и культуры, о будущем и минувшем. Яхши ядымда ды 82-й ilin ноябрь айды 17-сінде. Бізі хемшеки кімі Москвая чағырдылар. Mərkəzi komitənin plenumun iclasına. Biz tez yığışdıq, Heydər Əliyev onun obri köməkçiləri ilə, mən də onlarla bir yerdə getdik Moskvaya, çatdıq. Çatan kimi də bizdə belə bir adət var idi. Heydər Əliyev cənabları gedirdi mərkəzi komitəyə birbaşa aeroportdan. Mən isə gəlirdim, bizim indiki səfiri, keçmiş nümayəndəliyimiz vardı ora. Politbüro sənədlərini alıb, tanış olub və rəhbər gələn kimi Heydər Əliyevə məlumatlar verirdim. Mən gələn kimi nümayəndəliyə tez zəng vurdum mərkəzi komitəyə ki, biz buradayıq və sənədlər varsa göndərin. Sənədləri göndərdilər. Mən açdım o sənədləri və birinci gözümə görünən keçmiş siyasi büronun iclasında keçmiş baş katibin Andropovun çıxışı idi. Heydər Əliyevi siyasi büroya namizədlikdən siyasi büronun üzvlüyünə keçirmək lazımdır. Sonra gələcək sesiyada onu Nazirlər Kabinetinin sədrinin birinci manvini təyin etməklə bərabər. Təxminən bir 30 dəqiqə keçmişdi, Heydər Əliyev özü gəldi. Gəldi və gördü ki, mən itirmişəm özümü, özü də ki, açığını deyim indi, burada mən utanmıram da, gizlətmirəm də bunu, ağlayırdım özüm. Dedi ki, nə olub? Dedim, politbüro materiallarını almışam.
Dedi gir kabinete, girdim, götürdüm materialları verdim. Dedi ne materialdı? Birinci onu dedim. Dedi Rafael indi ağlama vaxtıdır. Heç mənim də xəbərim yox idi. Mən gəldim, birinci mənə nə dedilər? Dedilər ki, bəs dünənləri iclas olub və Andropov bunu bəyan eləyib. Bundan qabaq Brejnev mənə bir neçə dəfə təkliflər eləyib, amma mən Brejnevə başa salmışam ki, mən Respublikanı qoyub gələ bilmərəm. Respublikada başladığım işlərini davam etdirməliyəm və axıra çatdırmalıyam. Və o mənimlə razılaşırdı. Amma Yuri Vladimirovich Andropov deyir, məndən heç soruşmadan, bax, belə bir qərarı qəbul eləyib və bu gündə mən onunla söhbət eləyəndə mənə demişdi ki, знаешь, Гейдар Алиевич, ты нужен Советскому Союзу. Когда он получил назначение на должность первого заместителя председателя Совета министров СССР, он пригласил каждого члена бюро и с ним как-то советовался, кого оставить, кто может быть преемником. В том числе дошла очередь и до меня. Я пришел, доложил, что прибыл. Он говорит, как воспринято мое новое назначение на должность заместителя председателя Совета министров. Ну, я начал говорить, что в войсках оценили это как заслугу азербайджанского народа, вот, как личные заслуги Гейдара Алиевича. Bütün kadr məsələləri birinci şəxsləri Respublikada həmişə Moskvada həll olunub, hazır göndərilirdi. Amma bu dəfə Rus demişkən isključeni oldu. Heydər Əliyevin özünə Andropov tapşırdı ki, bəs sənə bax, bir həftə vaxt verirəm, ged girən Bakıda həll elə bu məsələni qayıt gəl girən. Bir həftə biz Moskvada olduq, plenum sesiyaya keçincə, deyim sizə, onlarla, bəlkə də yüzlərlə adam gəldi, getdi Gedər Əli üçün yanına ki, hər adamla da məsləhətləşirdi ki, bəs Respublikanı kimə həvalə eləyib getmək lazımdır. Fikirlər çox müxtəlif idi. Это мне как-то тоже запомнилось, что он переживал, на кого же он оставит республику. Ну, видимо, он не ошибался в этих переживаниях. Həqiqətən bu bizim o hisslər gələcəkdə doğruldu. Kamran Bağırov, Heydər Əliyevin ona bağladığı ümidlərin heç birini yerinə yetirə bilmədi. Azərbaycanda elə bir vətəndaş yox idi ki, elə bir şəxsiyyət yox idi ki, Heydər Əliyevi Azərbaycansız ya Azərbaycanı Heydər Əliyevsiz özü təsəvvür eləsin. Он действительно вождь азербайджанского народа. Это общепризнанный вождь. Таких лидеров сейчас практически не осталось, которых бы так любили люди, так бы за ними шли.